В нынешнем году неделя доброты и щедрости из благотворительной акции переросла в своеобразное культурное событие. Подтверждение тому – мастер-классы, где можно было попробовать свои силы в различных ремеслах, рисовании и даже пении. Заиграй кабала-лайка, бала-лайка, три струны, подпевайте, не зевайте, выходите, плясуны. Мероприятие было полностью подготовлено педагогами и учениками второй школы. Гостями стали юные представители Ленинской районной организации Всероссийского общества инвалидов. Дети сегодня у нас рисуют птицу павлина. Это очень красочная, яркая птица. Птица, приносящая радость и счастье. Филиал второй Видновской школы в микрорайоне Зеленой аллеи как нельзя лучше подходит для проведения подобных акций. Широкие коридоры, удобная для инвалидов безбарьерная среда и отзывчивые учителя и ученики. Здесь замечательный коллектив, замечательные традиции. Здесь учились и учатся дети-инвалиды, которые состоят в нашей организации. И они не чувствуют себя особенными, иными. Они такие, как все. Вот. И вот здесь прививают вот эту доброту, щедрость. И вот когда поступило такое предложение провести совместную акцию, конечно, я двумя руками за, и мы сюда пришли, как в родной дом. Но не только уроками рукоделия порадовали своих гостей хозяева второй школы. Силами местных талантов был подготовлен небольшой концерт. О том, что здесь привыкли нетривиально подходить к организации мероприятий, свидетельствует и довольно необычный конкурс, проводившийся в этот день. В этой школе был объявлен фестиваль социальных роликов, что тоже первый раз в нашем городе. Очень интересно. И вот мы посмотрим, как дети понимают, как трудно бывает некоторым людям, как тяжело в наше непростое время. И как член жюри мы посмотрим, и я думаю, что мы найдем, да я уверена почти, что все ролики достойны самых высоких похвал. Конечно, с корифеями рекламного производства эти произведения не стоит сравнивать, но видно, что ребята со всей ответственностью подошли к созданию своих роликов. Вместо того, чтобы тратить время на то, что полазить в соцсетях, просто гуляйте и общайтесь со своими друзьями. О своем отношении к вредным привычкам и ценности человеческого общения, о сверстниках и окружающем мире попытались рассказать авторы роликов, а также о том, как это важно – дарить свою помощь тем, кому она необходима. Максим Козлов, Егор Хлябич, Евгений Садовский. Видное ТВ.